17 сентября Казанский федеральный университет посетило руководство инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Встреча прошла в Центре цифровых трансформаций КФУ. Директор центра Дмитрий Чикрин провел экскурсию для директора венчурного фонда Айнура Айзельдинова. Сейчас вообще, да, мы решаем принципиальную проблему, которая стоит перед вузами вообще во всем мире, тем более в Российской Федерации. Каким образом делать разработки глубокие, фундаментальные, но которые нужны для реального сектора, и главное, как потом эти разработки коммерциализовывать. Инвестиционно-венчурный фонд принципиально будет изменять сейчас схему работы с вузами как раз вот на базе вот Казанского федерального университета, на базе конкретно нашего подразделения. После экскурсии гостям показали презентацию новых разработок, проводимых в Центре цифровых трансформаций. Затем стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество венчурного фонда с вузом. По словам Дмитрия Чикрина, такое сотрудничество сможет хорошо сказаться на студентах и работниках центра. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ News.